особо, естественно, Марину Елизаветовну, потому что единственное, Елизавета Елизаветовна, естественно, Евгения Берковича, нашего человека интересного, учителя ГАМа. В прошлый раз был рекорд. Посещаемся. Получил человек 50. Да. Самое интересное, что наши тенгрии очень внимательно слушали. И было тихо-тихо-тихо. И очень заинтересованно слушали. И действительно была очень интересная лекция. Ну как, очень интересная лекция. У нас была напряженная неделя. У нас была 9 ноября. Наверное, в Ханновере то же самое. Райсподорнафт и памятные события по этому поводу. Мы это приурочили к этому, а просто так символически мы открыли наш портрет Гертруд Бухнер. Его изготовил наш член общины, Марк Кривобродский, и мы с городским советом открыли его здесь на дверях, потому что этот зал у нас уже давно имя Гертруд Бухнер. Это праведница среди народов, где от вашего имена объявлены гению, и, конечно, очень много сделали для евреев. Она сама в концерте правит и очень много сделала Леонид. Леонид Комиссаренко очень подробно ею занимался, и благодаря Леониду Комиссаренко, и это сказала на этом вечере, если раньше вносил в интернет имя Гертруд Бухнер, любой транскрипции Гертруда Бухнера, то по-русски не получал ничего. Пять штук. А сейчас получаешь 14 страниц благодаря его переводам, благодаря его усилиям, благодаря его публикациям. Потому что все руки это. Ларис, это очень важно, потому что человек был действительно замечательный, и он показал свою презентацию маленькую в Израиле, показал дом Фридрихайм, это был Альтерсхайм, который был построен на средства, которые она, в частности, дала Гертруд Бухнер, и он носит ее имя. Его тема Рут Хайсен, Лишила и так далее, то есть те люди, которые также были с ней связаны, показал несколько интересных фотографий и рассказал также об этом. Мероприятие было очень интересное, волнующее. МОЗ из городского совета очень интересно рассказывал также о своей судьбе людей, человек в городском совете. Вот. И тема была еще Штольперштайн. Вы знаете Штольперштайн по-русски? Да, потому что есть замечания по этому поводу, нельзя говорить камень преткновения, потому что они в русском языке используются в другом смысле, но Штольперштайн в немецком языке используется в другом смысле. И Мара Смекин, которая здесь во Фрайбурге их кладет, нам рассказала очень волнующие судьбы тех людей, которых она предоставила. Когда камень кладется, должен быть результат. А этому предшествует очень большой поиск, контакт с родственниками, в Америке, в Австралии, в Канаде, где угодно, в Израиле. Поэтому вот просто интересно. Ну все. А сейчас центр внимания Евгений Прокович. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем нашу очередную встречу. Она посвящена, на первый взгляд, довольно частому событию, вручению, присвоению Томасу Манну почетного звания доктора наук, которое состоялось в Бонне в 1919 году. Но за этой частностью мы с вами увидим, постараемся, по крайней мере, увидеть, некоторые общие закономерности исторические, которые, как ни странно, некоторые из них не потеряли актуальности и в этот день. Ну, два слова напомню вам, что степень доктора в Германии играет абсолютно исключительную роль по сравнению с другими странами. Нет, пожалуй, ни одной страны, где так с таким почетом не относились бы к людям, которые носят титул доктора. Это отражение давней традиции уважения, почета к образованным людям, к науке
И недаром наука в Германии до Второй мировой войны была одной из самых продвинутых в мире. Немецкие ученые занимали ведущие места и по количеству нобелевских лауреатов вот, в 20 веке, и вообще по количеству открытий. И немецкий язык не случайно считался признанным языком науки. Тот, кто хотел работать на мировом уровне, обязан был знать немецкий язык. Томас Манн – писатель, как вы знаете, и тем не менее он был награжден, удостоен этой почетной степени многими университетами. Вообще каждая докторская степень, почетная докторская степень, присваивается каким-то определенным университетом, который имеет право на это. И Томаса Манна награждали 14 раз. Вот на той фотографии, с которой мы начали, Томас Манн получил это почетное звание в Америке, в Гарвардском университете. Рядом с ним его жена Катя и ее брат Петер Принцхайм. Тот, кто слушал мою лекцию о Петере Принцхайме, может быть, помнит его такую удивительную трагическую судьбу. А первый раз Томас Манн получил почетное звание доктора наук, или доктор, звание почетного доктора, летом 1919 года. Он в это время отдыхал на Восточном море, на Балтийском море, и вместе со своим издателем, как раз в эти дни Петер Принцхайм вернулся из заключения, в долгого заключения в концлагере в Австралии, он был там 5 лет во время Первой мировой войны узником, и вернулся в Германию, а Томас Манн не смог его лично встретить, потому что он отдыхал вот на побережье. И радостная весть о том, что он получил это звание, застала его там. И вот биографы Томаса Манна отмечают, что он был рад как ребенок. Он действительно очень радовался этому событию. И возвращаясь с отдыха на обратном пути, он остановился в отеле «Эксельсиор» и уже официально в книге приезжих записал, что он этот отель посетил доктор Томас Манн. А вернувшись домой, в Мюнхен, он первым делом заказал визитные карточки, где написал, что он доктор. Почему-то даже забыв написать, что он почетный. Просто доктор Томас Манн. Такая была радость. Это звание получить, вообще говоря, очень трудно в Германии. И в этом убедился сам Томас Манн, когда на радостях решил сделать приятное своему издателю. Вот Соломону Фишеру, Самуэлю Фишеру, с которым он отдыхал, с которым он был тесно связан дружескими узами. И к его 60-летию Томас Манн решил организовать награждение этого тоже по-своему замечательного человека, организовать присвоение ему почетного звания какого-нибудь, ну, например, Берлинским университетом, каким-нибудь университетом, например, Берлинским. Томас Манн подключил сюда Кауфмана, и ничего не получилось из этого. Ни один университет Фишеру докторское звание не получил. Так Томас Манн как бы получил наглядный урок, что это событие из ряда вон выходящее, это действительно удивительно, что он эту степень получил. И это еще более удивительно потому, что Томас Манн по своему образованию, школьному, гимназическому образованию, вообще не имел права получать докторскую степень нормальным путем. Нормальный путь означает, что человек заканчивает гимназию, сдает экзамены абитур и дальше поступает в университет. Без абитура нельзя поступить в университет, как вы знаете. И, окончив университет, он защищает докторскую степень. Диссертацию получает звание доктора. Вот это нормальный путь. Томас Манн
родился в знатной семье в городе Любек, сын сенатора этого города. Но в школе он был не очень прилежным учеником, это его родители. Сенатор и мать Юлия, наполовину бразильянка. В этой семье было пятеро детей, об этом мы тоже с вами говорили. А учился он в гимназии Катариниум. Это, в общем-то, такая одна из главных любельских гимназий, но она не была на особом хорошем счету в Германии. И он не был прилежным учеником, не очень хорошо учился. Надо сказать, что он три раза оставался на второй год. И в конце концов эту гимназию, в полный ее курс он не окончил и получил свидетельство об окончании, как сейчас говорится, аттестат зрелости, об окончании Реальшуле, то есть окончании десятилетки. Это свидетельство не дает права учиться в университете. Нужно было окончить 13 классов, полный курс гимназии в то время, и был 13 классов, а он едва-едва дотянул до 11 и был вот отчислен с этим аттестатом. Он немножко странно назывался, аттестат, «Право одногодичного отбывания воинской повинности». Вот такое было название. То есть человек, получив этот аттестат, мог уже идти в армию, но это считалось добровольная и годичная служба. И аттестат зрелости, он и до сих пор в некоторых землях Германии так называется. Любопытно, да, оценки в этом аттестате вам не видно, потому что почерк учителя здесь исключительно мелкий и неразборчивый, но здесь нет ни одной оценки выше befriedigend, то есть выше удовлетворительно. Он ни по одному предмету не получил выше, по некоторым еще хуже были отметки, там, 3 с минусом, если переводить. Но это не говорит о его плохих способностях математики или физики, потому что он и по немецкому языку, по которому, как вы знаете, большего мастера в Германии нет, он тоже получил троечку, удовлетворительно. Когда я готовился к этой лекции, я еще раз прочитал, открыл его автобиографию, где он как раз честно пишет, что я ненавидел школу и до самого конца учения не удовлетворял тем требованиям, которые она ко мне предъявляла. Ну, это некоторое такое оправдание взрослого человека, почему он плохо учился в школе. И забавно, что я, вот прочитав, до этого я читал это все в немецком оригинале, а прочитав русский перевод, я нашел еще несколько удивительных совершенно ляпов в его автобиографии, которая называется «Очерк моей жизни». И я вам рассказывал, что здесь переводчица, довольно известная, знаменитая переводчица, которая переводила очень много произведений, в том числе и Томаса Манна, допустила несколько поразительных ляпов. Начиная с первой фразы, где она написала, перевела, неправильно перевела то, что написал Томас Манн, «Я младший сын купца и сенатора вольного города Любек». Он не младший сын, как вы знаете, а второй сын, а младший сын Виктор. Отсюда пошла путаница в следующей странице, когда он... Она пишет, что он перевела так, что он играл с младшими братьями и сестрами, хотя он играл с младшими сестрами, а раз он младший брат, то младший сын, то у него не должно быть младшего брата. Но вот еще один интересный ляп я нашел буквально на следующей странице в том, что касается школы. Она переводит таким образом его слова. Он говорит, предназначенность стать купцом, наверное, отец поначалу прочил меня в наследники фирмы. Я посещал реальную гимназию Катариниум, но дотянул только до свидетельства на право одногодичного отбывания воинской повинности, то есть до перехода в третий класс. Вот вы представьте себе русского читателя, который вот, читает о школьнике, который дотянул только до перехода в третий класс.
Но это значит совсем дефективный, он и учиться не может. Безусловно, это ошибка, потому что в оригинале у Томаса Манна написано совсем другое. Он говорит, что здесь он дотянул до исключения после оберсекунда. Вот здесь еще один очень любопытный пример ошибки переводчика. Она не представляла себе, как устроена гимназия немецкая и как нумеруются, называются классы в гимназии. Дело в том, что старшие классы гимназии и до сих пор называются по латыни. Вот самый последний класс, 13-й, называется оберприма. 12-й называется унтерприма. То есть прима – это два последних класса. Они делятся на обер и унтер. То же самое два класса, 11-й и 10-й, называется секунда. И обер-секунда, и унтер-секунда. Значит, 11-й класс – обер-секунда, а 10-й класс – унтер-секунда. И так далее. 9-й и 8-й называются обер-терцы и унтер-терцы. Так когда Томас Манн пишет, что он дотянул, окончив обер-секунда, это значит, что он окончил 11-й класс, а не 3-й, как написала переводчица. А буквально несколько строчками дальше он говорит, Томас Манн пишет в своей автобиографии, что он встретил своего учителя немецкого языка и латыни, преподававшего в мое время в 4-м классе. Значит, если на одной странице написано, что он дотянул до 3-го, а здесь у него учитель преподавал в 4-м. И тогда русский читатель тоже не понимает, как можно учиться в 4-м, дотянув до 3-го. А оказывается, что у Томаса Манна в оригинале все правильно. У него не 4-й класс, а унтерсекунда он преподавал. То есть в 10-м классе преподавал преподаватель немецкого языка, и все понятно. То есть можно понять, чем руководствовалась переводчица, когда обер-секунда называла третьим классом. Секунда вроде бы второй, а обер – это выше второго. А что выше второго? Третий. Ну, значит, третий класс. Вот такие вот любопытные ляпы встречаются в этом, в частности, в его знаменитой автобиографии, которая уже может служить энциклопедией таких переводческих ляпов. Поразительно, что это никто не заметил и не отметил ни в примечаниях, хотя и скоро будет уже 60 лет, ну, 55 лет, как этот перевод появился. И вот все эти ляпы до сих пор так и остаются без комментариев. Но вернемся к Томасу Манну, который с грехом пополам окончил 11 классов и, значит, закрыл себе дорогу в университет, не имея полноценного гимназического образования. Но он собирался работать в страховой компании. Он приехал 19-летним юношей к матери в Мюнхен, та уже перебралась в Мюнхен. И дальше какое-то время работал волонтером, то есть бесплатно в страховой компании Мюнхена. Примерно год он там провозился, а затем целиком переключился на литературную деятельность, опубликовал первые рассказы, новеллы, которые были встречены очень хорошо. Даже захотел немножко поучиться, он ходил, слушал лекции в Мюнхенском техническом университете. А затем с братом уехал в Италию, и там была как раз та самая позорная страница его биографии, когда они вместе издавали крайне антисемитский журнал «20 век». Это был 95-96 год. Этот журнал, я вам про него рассказывал, был включен в так называемый катехизис антисемитов, то есть рекомендован для чтения антисемитам. И старший брат Генрих был главным редактором. И он позволял себе в редакционных статьях такие выражения, что антисемитизм – это здоровая реакция народа на засилие евреев. Здоровый, то есть национально ориентированный антисемитизм. А Томас Манн
ну, сравнительно молодой человек, но уже с литературным опытом, писал рецензии на различные книги и тоже писал, что мне еще не вполне понятно, надо ли сохранять результаты эмансипации евреев. То есть с намеком на то, что, может быть, и лишить евреев их прав. Затем была им написана новелла «Маленький господин Фридман», довольно успешно встречена публикой. Мы о ней сегодня немножко поговорим. Ну, пожалуй, сейчас можно сказать. Из всего сказанного я бы не хотел, чтобы у вас сложилось впечатление, что Томас Манн был совершенно чужд наукам и вообще умственно не вполне развит, если у него были такие неблестящие успехи в гимназии. Как раз напротив, он довольно рано в своих произведениях показал себя вполне эрудированным и хорошо образованным человеком. И вот в частности в этой новелле «Маленький господин Фридман», написанной, когда ему было 22 года, автору Томасу Манну, он показал неплохое знание даже современной математики. Вот если в частности говорить о математике. Эта новелла посвящена одному несчастному человеку, изуродованному в детстве. Он упал ребенком со стола, у него был искривлен позвоночник, он был инвалидом. И тем не менее он влюбился в одну женщину, жену командира полка, который был расположен в этом городе. Трагическая история, которая описана здесь Томасом Манном. И вот в частности, там есть такая маленькая сцена, когда во время одного из приемов в доме этого командира описана одна компания. Справа, ближе к двери, вокруг столика, расположилось небольшое общество, средоточием которого являлся студент. Он утверждал, что через одну точку к данной прямой можно провести более чем одну параллельную линию. Супруга присяжного поверенного, госпожа Хагенштрём, воскликнула: «Быть этого не может!» В ответ на что он доказал это столь безоговорочно, что все были вынуждены глубокомысленно согласиться. Вот такой пассаж. И здесь речь идет ни много ни мало, как о неевклидовой геометрии. Вы знаете, что вот из школьного курса, может быть, что это знаменитый был такой постулат Евклида о том, что через точку, лежащую вне прямой, можно провести только одну прямую. Но оказалось, что этот постулат или эта аксиома не очевидна, как другие его аксиомы. И многие люди, многие математики пытались эту аксиому доказать. А затем уже пришли к выводу, что ее нельзя доказать, и можно ее просто по-разному формулировать и получать разные другие геометрии, отличные от Евклидовой. Это был первым таким математик Швайкарт. Он написал письмо Гауссу, а Гаусс, как оказалось, уже сам до этого дошел, но боялся об этом сказать. Великий математик, король математики Гаусс, боялся публично признаться, что он верит в существование неевклидовой геометрии. Ну, а затем были такие имена, вот Бойль и Лобачевский, российские математики, которые пытались развить эту идею дальше. Геометрия так и называется сейчас, геометрия Лобачевского. И только в конце XIX века, вот трудами Бельтрами и Феликса Клейна, была строго доказана вот непротиворечивость геометрии Лобачевского. Это был 1881 год. И представьте себе, что буквально через 10 с лишним лет Томас Манн уже пишет об этом вот в своей новелле и показывает свое знание этого предмета. Но это все равно, что если бы сейчас какой-то автор написал бы роман, в котором, допустим, вот последние теории большого взрыва, теории инфляции Вселенной, обсуждалась бы за столиком в кафе, так как будто это общеизвестная вещь. Так что в этом смысле Томас Манн был достаточно
образованным человеком, вот кое-что он знал, даже будучи молодым человеком. Ну, а уж войдя в семью профессора Принцхайма, он сначала, конечно, вот, холостяком он сменил несколько квартир в Мюнхене, а после того, как вышел роман «Буденброки», и Томас Манн стал уже знаменитым, он познакомился с Катей Принцхайм, был введен в дом Принцхайма, и, конечно, имел в лице своего тестя, профессора Принцхайма, имел прекрасного консультанта. Точнее сказать, мог бы иметь, если бы у них были другие отношения. Ну, про Катю и Томаса я вам уже рассказывал, просто такой факт стоит напомнить тем, кто еще не слышал, что вот эта картина, на которой изображена Катя со своими братьями в костюмах Пьеро, была опубликована, ее репродукция была опубликована в глянцевых журналах, и Томас Манну, юноше 15-летнему, так понравилась эта картина, что он вырезал ее и повесил над своим столом. И делал домашние уроки, не зная, что вот рядом висит портрет его будущей жены. Увидел оригинал только когда попал в дом Принцхайма. Этот дом был центром культурной жизни Мюнхена. И Альфред Принцхайм, и его жена Хедвиг действительно принимали каждую неделю гостей. Как говорили, что здесь собирается весь Мюнхен, образованный в этом музыкальном зале, соединенном с библиотекой, собиралось 150 человек и на музыкальные вечера, и на литературные. Это вот знаменитая библиотека со шкурой медведя на полу, которая потом войдет во многие произведения Томаса Манна. Это знаменитые коллекции Принцхайма в шкафах вдоль стен и собрание серебра, и майолики. И вот за небольшим столом, в отличие от больших обеденных, собиралась только узкий круг на чаепитие, куда был и приглашен Томас Манн. Ну и семейная жизнь Томаса Манна была, как вы знаете, успешной. У них с Катей было 6 детей, 3 мальчиков, 3 девочек. Они любили все симметрии, и поэтому были очень рады, когда за каждым мальчиком рождалась девочка и наоборот. Так вот, о математике и Томасе Манне стоит немножко подробнее сказать, потому что, раз уж мы говорим о его докторской степени и какой-то принадлежности его к науке, которую докторская степень подразумевает. После свадьбы, сравнительно недолго прошло времени, и появился его второй роман «Королевское высочество». Это такой роман-сказка, во многом автобиографический, фактически описывающий, как произошла женитьба Томаса Манна на Кате Принцхайм. Только там был принц Клаус Генрих и студентка математического отделения Има Шпёльман. И вот во время первого знакомства Има Шпёльман рассказывает, что они с отцом, миллиардером Самуэлом Шпёльманом, приплыли из Америки на пароходе, гигантском пароходе. Океан они пересекли на пароходе-гиганте, плавучем отеле с концертными залами и спортивными площадками. И дальше она рассказывает, у него было 5 этажей, сказала фрейлин Шпёльман. «Считая снизу?» – спросил Клаус Генрих. «Разумеется, сверху было бы 6», – ответила она, не задумываясь. Вот так Томас Манн незаметно в свою иронию включает и математические всякие рассуждения. И в целом роман «Королевское высочество» пронизан такого рода, такого рода иронией, и неоднократно тема математическая возникает. Математика здесь служит в какой-то степени характеристикой героини, потому что девушка, студентка математики в то время была очень редким явлением. Женщины тогда были лишены права учиться
в университетах, они были лишены даже права учиться в гимназиях. А следовательно, для того, чтобы поступить в университет, они обязаны были экстерном сдать экзамены за всю гимназию, абитур. И вот Катя была одной из тех немногих девушек, некоторые даже говорят, что она была единственной, то есть первой самой в Мюнхене. Но это не совсем так, она была в группе первых двух-трех девушек, которые сдали экстерном за гимназию и поступили в Мюнхенский университет.